Готово. До Бостона путь не близкий. Запрыгивай. Шон, я здесь. Ты внутри? А, хорошо. Сигнал уже немного нестабилен. Еще нет, но надо мной сотня футов льда. Ладно. Как пройдешь дальше, связь может пропасть, так что не забудь, о чем мы говорили. Следи за датчиками, особенно за излучением, и помни про жезл. Ясно. До связи. Zawahoe nakwat, unzme borturwan di kwarde, ul solos fras hunakudide, unzum huraz vezdere haz, zohumsi. Я внутри. Я помню. Лифт еще работает. А, 75 тысяч лет. Век другой, погоды не сделают. Температура растет. Да, по нашим прикидкам она должна подняться на 16 градусов. Откуда столько энергии? Наша догадка – тектоника. Движение земной коры и бурлящие лавы под ней. Мощный источник энергии. Вот бы людям такое. Я про энергию, не про частицы Эдема. Ну, когда все это закончится, можем замутить стартап. Прикинь, маленький орбит, погонки, только мы втроем. Черт, я тебя не слышу, Шон. Что? Повтори еще раз. Тебя плохо слышно. Неважно. Поднимусь, позвоню. Посмотри, позвони, когда выберешь ты. Куда-нибудь наверх. Ну ладно. Трудишься сверхурочно? Упала, когда растаял лед? Растаявший лед.
смотри вниз. Не смотри вниз. Придет в голову закончить жизнь тут. Ну, если не знать, что это начало. Баси, спустя 1000 лет выглядишь ты не очень. Так же, как в Анимусе. Галла Эйвор. Или ее симуляция. Так что я ищу? И узнаю ли это? Что-то не так. Что это?
Это все вы? Вы нагружаете механизм до предела. Мы не умрем. И все плетем. Хозяину во благо. И кто ваш хозяин? Он здесь? Они мне льстят. Я лишь гость в их мире. Сплетение желаний и надежд. Басим, ты отправил послание. Привел нас к могиле Эйвор. Да. Вас оно обнадежило, правда? Но как? Ты здесь уже 1000 лет. Тебя заперла тут Эйвор. Это так. Но я здесь отнюдь не один. Не всегда. Мне помогает друг. И мы вместе сидим над расчетами. Вычислив место, где покоится Эйвор, я связался с вами. И привел сюда, поймав цифровой сетью, оплетающей землю. В наши дни так был объединен весь мир. Единый суперорганизм технологий. Жезл, что ты носишь, храмы, где ты была. Все это говорит об одном. Позволь показать тебе. Я подозреваю, что тут тебе можно все. Не так много, как кажется. Я привязан к этому телу самым неприятным образом. Но ты можешь замедлить машину. Ты знаешь, как она работает. Да. Мы сделаем это вместе, ибо придет новая катастрофа. Корректировки в этом временном узле всегда ужасны. Попробуй. Тебе трудно верить. Думаю, ты сам знаешь. Можешь не верить. Но больше мне нечего предложить. Черт возьми. Лейла, здравствуй. Ты меня знаешь? Да, я изучил расчеты. Здесь, в сером. 8 лет назад шансы твоего появления были 15 триллионов, 55 миллионов, 3276 к одному. Годы шли. Шансы росли. Вчера они уравнялись. Рад наконец-то встретиться. Кто ты? И что это? Я тот, кто изучает расчеты. Варианты будущего для тебя и этого мира. Большую часть своей новой жизни я анализировал их, искал способ закончить то, что мы начали. Начало здесь. Ты замедляешь механизм и спасаешь мир. Дальше варианты будущего. Миллионы миллионов возможных путей. Но все они ведут к еще одной катастрофе. Узел разрушается, мир исчезает, человечество перестает существовать. Я должен искать дальше. Должен найти решение. Должен что-то дать тебе.
Этот узел? Момент, когда я замедлила механизм? Да. Я начинаю свои расчеты из этой точки. В ней я уверен. Но это ограничивает. В смысле? Что если вернуться в 2012-й, когда Дезмонд спас мир? Дезмонд? Что если он не спасет мир? Что если он оставит его погибать? Посмотри на эти варианты. Изучи их. А, да. Интересная идея. Невероятно. Миллиарды и миллиарды новых вероятностей. Именно. Прошлое которого не было, но могло бы быть. Если бы Дезмонд позволил уничтожить мир, возможно, те, кто выжил, вынесли бы урок из этой катастрофы. И, возможно, в одной из временных линий они нашли бы способ сделать так, чтобы это не повторилось. Это гениально. Как ты пришла к этой идее? Если слишком долго сужать границы возможного, можно забыть о том, что есть еще и невозможное. Спасибо тебе, Лейла. Это только начало. Нам нужно проверить кучу данных. Ты остаешься. Да, пока не найдем что-нибудь полезное. Не хочу, чтобы это повторилось. У тебя мало времени, Лейла. Механизм отключен, но радиация останется на десятки лет. По моим подсчетам, у тебя есть 73 секунды, потом тебя не спасти. Я не боюсь. У меня жезл Эдема. Он исцелит и защитит. Нет. Нету. Что? Как? Ну, конечно. Ну, конечно. Черт. Ладно. Вместе мы найдем решение. Сколько бы это ни отняло. Если это значит, что мне не уйти, так тому и быть. Ради тех, кому я сделала больно. И тех, кого люблю. Да. Я тебя понимаю. Ну что, продолжим? 10 миллиардов вариантов — это долго. Да. Но это не будет в тягость. Преимущество этого места. Лишь мы. А Лейла? Наследница памяти сыграла свою роль. А теперь нас ждет новый мир. Я... У меня был выбор. И я выбрала остаться. Вы захотите знать, где я. И существую ли вообще. Не знаю, что ответить. Но я не боюсь. И я не одна. У нас есть работа. На нее могут уйти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. К чему я это? Не надо меня искать. Слишком опасно и слишком поздно. Береги себя. Себя и мир, который у нас есть. И берегите.
видите, она в порядке. В каком-то смысле. В некотором роде? Господи, надо ее найти. Вы не слушали? Ее не нужно спасать. Херня. В любом случае, спасать там нечего. После стольких лет. А виноват ты. Ты бросил ее там. Это немного слишком, правда? Я сам в том же положении. Нет, нет. Даже не сравнивай. Мы теперь ассасины? Не незримые? От арабского хашишия. Есть ли у нас наставник? Этот обычай сохранился? Да. Имя? Уильям Майлз. Уильям Майлз. Я хочу встретиться с ним. Приведите его сюда. Можно позвонить. Хоть сейчас. Линия безопасна. Без технологий. Лицом к лицу. Встреча умов. Пора бросить вызов этим тамплиерам, как вы их зовете. Я никуда не денусь, друзья. Ваш анимус в надежных руках. Ты знаешь о нем? Детка, мы изобрели такие вещи за много лет до вас. Я разберусь. Славное местечко, Эйвор. Не все могут выбрать место смерти. Победа была твоя. Не знаю, как так вышло. И все же я жив, а ты нет. И я могу взять все, что захочу. Твои воспоминания, твои навыки, твои тайны. Они все мои. И используй их по назначению. Найду своих детей и вновь соберу свою семью. Я тебе почти завидую. Такой здесь покой. Этой штуки даже нет телепатического интерфейса. Неужели все только вручную и голосом?
Вы же хотите знать, где я. И существую ли вообще. Не знаю, что ответить. Но я не боюсь. И я не одна. У нас есть работа. Хорошего дня. Пожалуйста, не забывайте выносить мусор и поливать цветы каждый день. Бедняга. Недавно и я так выглядел. Браво, юноша. Кое-что ты откопал. Держись, любимая. Нам открылся новый мир. Едва я освоюсь, нас ничто не сможет остановить. Просачивание должно начаться быстро. Всего пара дней. Что ж, начали.
Держись, Эйвор. Сигурд. Туве. Вы дома. Видно, мы пропустили пир. Эйвор. Присядь. Отдохни. Сигурд. Прошу. Слава богам! Вы вернулись! Целы и так же сильны. И вы смогли найти то, что искали? Да, мы смогли. Но то не наша судьба. Ты чего? Я... Идите все сюда! Ну! Похоже, тебе не спрятаться. Эйвор? Рандви? В чем дело? Что-то произошло? Наш ярл вернулся, чтобы вести нас навстречу неизвестности. Поговоришь с людьми? В час радости льется песня. И пусть сердца наши вторят ей. Когда... Нет. Вы мне нужнее, чем я вам. И я прошу вас лишь одно. Требуйте от меня лишь честности. Внемлите залы королей. Помчится песнь конем морей. Поэтов мед я в чашу лью. Хвалу и честь тебе пою. Вся жизнь война за часом час. Пока не гремит подлин нас. Правда поет. Кто в битве пал, кровь все поет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал, кто в битву шел, кто в битве пал.
эти новые видения тревожат меня. Сигурд. Эйвор, прежде чем ты продолжишь говорить, дай высказаться мне. Мы с Рандви больше не женаты. Жаль это слышать. Не стоит. Мы очень ценим друг друга. Но наш брак был построен не на любви. Нас свели вместе, чтобы обеспечить мир. Я был ей обещан раньше, чем мы встретились. Мы пытались уладить разногласия и полюбить друг друга. Увы, не вышло. Поэтому пришлось расстаться. Но мы продолжим трудиться вместе ради клана. Тогда я рад за вас. И за всех нас тоже. Без вас двоих мы бы многое потеряли. Эти новые видения тревожат меня. Посмотрим на карту союзов. Хамптоншир. Последний оплот саксов. И хорошо охраняемый. Король Альфред готовится к войне. Тебе придется непросто. Альфреду тоже. Ярл Гутрум со своим войском там? Да, там. Они с Убой собрали внушительное войско и скоро начнут наступление. Если мы их поддержим, Англия станет нашей. Языческой землей под присмотром множества богов. Я отправлюсь в Хамптоншир и встречусь с Гутрумом. Соберем союзников на берегу Темзы у границы Шира. Ладно. Пусть боги разделят с нами эту победу. Эти новые видения тревожат меня. Один. В чем дело? Эйвор, останься. Прошу. Все знаки и знамения ужасны. Если уйдешь, то обречешь нас всех. Говори, Валка, что ты видела? Я бросала кости, перебирала потроха зверей и в паре, что шел от них, увидела конец всего. Ты можешь победить в битве, но не в войне. Твой враг подчинит тебя, а надежда обратится в скорбь. Такова участь всех нас. Спасибо тебе, Валка, но я не могу следовать столь тонким нитям судьбы. Я должен идти ради друзей и союзников. Я не отступлю. Что ж, иди, только берегись. И знай, что твой дом будет совсем иным, когда ты вернешься. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Эйвор, между нами. Я знал, что ты станешь чудным ярлом. Дай взгляну на товары. Все товары хороши, но этот особенно. Я сейчас будто гордый отец. Ты только глянь.
битва ждет тебя. Еще. Ну, увидимся.
покажи. Мне пора. Славных битв, Эйвор.
Эйвор! Что с тобой, друг мой? Неужто Валка перестаралась со своими особыми зельями? Меня тревожат видения об Одине и Свартальфахейме. Они захлестывают разум, точно потоп. Ага, прямо как Тор затопил Свартальфахейм. Тор вечно сперва делал, а потом думал. Он всюду бродил, был скор на расправу и чуть что хватался за Мьёльнир. Однажды он бился с великаном в Йотунхейме. Да так, что последний удар ощутили все 9 миров. Земля сотряслась, выросли горы, разверзлись ущелья. А к северу от Сваладаля озеро под Игдрасилем вышло из берегов и затопило весь Свартальфахейм. Король Двергов действовал быстро. Вместе с подданными он выстроил 3 огромные дамбы, которые задержали бурный поток. Один строитель до того изумился, увидев, как король трудится наравне со всеми, что поскользнулся и упал в воду. Без промедления король Хрейдмар прыгнул сначала с коня, а потом с дамбы и скрылся в разъяренном потоке. Строитель и на помощь позвать не успел, а его уже вытащили на берег. Дверги возвели 2 гигантские статуи, по одной на каждый героический прыжок. И стоять им до конца времен. До Рагнарёка. Да, у всего есть последствия, как круги на воде, когда бросишь камень. Или раскроишь Мьёльниром башку Йотуна. И неважно, предсказано это было или нет. Я боюсь, мой рассказ лишь встревожил тебя. А, нет. Добрый рассказ дает пищу костру ума. Спасибо, друг. Ты жаждешь истории о Свартальфахейме? Не только тебе достались грезы об асах. Как, тебе тоже? Нет. Но я помню, как сильна была их власть над теми, кто был мне дорог. Это был Сигурд? Неважно. Ты будешь слушать? Жил на свете Дверг Рудокоп, который любил только свою работу. Ничего, кроме нее, он не знал и не хотел знать. Однажды он услышал странный звук. За всю свою жизнь на северных рудниках Вангрина он не слыхал, чтобы камни пищали. Он долго не обращал внимания на писк, но шли часы, а звук все не утихал. И вот рудокоп не выдержал. Он расколол камень на части киркой и увидел белку. Она застряла в щели под камнем. Бедняжка страшно устала. Она тут же залезла Двергу в бороду, где проспала 3 дня. Когда Дверг проснулся на 4-й день, то увидел рядом плоды и орехи. Подарок от белки. Первый подарок в его жизни. Так у него появился друг. Белка привела Дверга к скале посреди озера. Там он сидел и удил рыбу на ужин, а белка играла в ветвях. Как-то ночью старый Дверг задремал над удочкой. Во сне он улыбался, радуясь, как вверху пищит его друг. А когда взошло солнце, Дверга уже не было. Он вновь стал камнем. Улыбка навеки застыла на его лице. А что, белка? Она осталась с ним.
Ждет, пока ее друг наконец проснется, совсем как он ждал ее пробуждения. Сигурд, значит, не все потеряно. В каждой легенде есть доля правды. Что же можно найти в тех местах Свартальфахейма, о которых там говорится? Ничто не остановит.
Нужно быть осторожнее.